Всем привет! Сейчас я покажу эффективные упражнения от боли в спине. Всего лишь 5 минут в день, и вы избавитесь от этих неприятных ощущений. От этих ощущений, когда вы не можете утром наклониться, умыться, да, наклониться к раковине. Ощущение, когда вы любое движение в сторону или вперед, назад доставляет боль. Когда вы можете ходить, вы можете сидеть, вам не больно, но любое малейшее движение, и вам уже больно. Это происходит от того, что вы просто не умеете правильно двигаться. Вы делаете мало динамических упражнений, вы много сидите или стоите. И у вас там уже все просто защемилось, заломилось, и нужно с этим работать. Поэтому всего лишь 5 минут в день, каждый день, и вы увидите результат. Меня зовут Оксана Рагелин, я инструктор йоги, и, конечно же, я не могу не сказать о противопоказаниях. Я не знаю, можно ли вам делать эти упражнения, если у вас грыжа, потому что бывают разные грыжи, и иногда можно двигаться в одном направлении, а нельзя в другом. Пожалуйста, спросите у своего лечащего врача. Но знаю точно, что вы, если не будете ничего делать, то ничего не поменяется. Вы будете жить с этой болью всегда. Поэтому спросите и занимайтесь. И мы начинаем, сидя на корточках. Колени раздвигаем стороны, выпрямляем спину, руки на полу или можете опираться, например, о какой-то блок. Есть такие специальные йоговские блоки. Ноги можете поставить на пяточки, если не получается, не ставьте. Но таз должен быть очень низко. Это будет вдох, выпрямляем спину, раскрываем плечи, раскрываем колени, выдох, таз вверх, живот на бедра. И здесь расслабление спины. Вдох, выпрямляем спину, таз низко. Выдох, расслабление спины. Вдох, выпрямляем спину. Выдох. Четыре. Выдох. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Выдох. И восемь. Выдох. Хорошо, теперь встаем на ноги. Второе упражнение – это обычные приседания. Руки вверх. Всегда смотрите, чтобы руки были прямые. Плечи опущены, живот поджат, спина обязательно прямая. И таз как можно ниже опускался. Ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Выдох, таз назад, спина прямая. Пятки стоят и колени не заходят за носочек. Спина прямая. Выдох, вдох наверх, выдох. Вниз, низко, таз ниже. Вдох наверх. При этом пупок поджат, живот напряжен. Выдох, вниз. Вдох, 20 раз. Выдох, вниз. Вдох, плечи опущены. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 7, 8. 9. Если устали руки, можете на пояс положить или перед собой. 10, 11, 12. Прямая спина. 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Хорошо, молодцы.
Третье упражнение. Мы ложимся на живот. Руки выпрямляем вперед. И поднимаем руки, прямые ноги вверх. Вдох. Дышим, выдох, остаемся в этом положении. Вдох еще выше. Сгибаем руки в локтях, поднимаемся еще выше. Напрягаем больше мышцы спины. Выдох, остаемся в этом положении. И вдох, руки сзади в замочек, еще выше поднимаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабляемся полностью. Здесь расслабьтесь прям вот полностью. Можете чуть-чуть встряхнуть тело, расслабиться. Еще раз делаем вдох. Смотрим вниз, шею не перенапрягаем. Выдох. Вдох еще выше. Локти сгибаем, шея длинная, плечи от ушей. Выдох. Вдох еще выше. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабление полное. И последний раз. Руки впереди. Вдох. Смотрим вниз. Выдох. Дышим. Вдох еще выше. Руки в локтях согнуты. Выдох. Вдох очень высоко. Сзади замочек. Выдох. Вдох и выдох. Расслабление. Со вдохом встаем на четвереньки. Выдох, таз назад, руки вперед. Потянитесь за руками. И четвертое упражнение. Поза голубя. Правая нога перед собой, левая назад. Если правая ягодица не лежит, нужно положить под нее валик. Вдох, вытягиваемся вверх. Выдох, наклон. Расслабляемся. Всего лишь полминутки. 30 секунд засеките и полностью расслабьтесь. Кости таза должны смотреть вперед в этом упражнении. И выходим. Хорошо. Вторая нога. Поза голубя. Она хорошо действует на седалищный нерв, на зону поясницы. Со вдохом вытягиваемся вверх. Выдох, ложимся вниз. Расслабление полное. Здесь опять же можно подложить валика или полотенце под левую ягодицу. Хорошо, вдох, выпрямляемся на четвереньки. Еще раз выдох, таз назад, руки вперед, потянитесь чуть-чуть. Круглой спиной садимся. Согласитесь, простые упражнения занимают немного времени. Но если вы не будете делать каждый день, то лучше ничего не делайте. Ваша спина вам скажет спасибо только если будете заниматься регулярно. И тогда вы только восстановите подвижность в области спины. У меня еще есть для вас упражнения. Если вам эта тема интересна, пишите в комментариях. Просите меня снять еще, и я сниму еще такой комплекс для вас. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще такие упражнения. Простые, эффективные и очень полезные. И я с вами прощаюсь. Пока!